Битку построим. Да, посмотрим сначала, что там вообще, сколько там надо. Я там железные двери вообще видел. Ну просто они ничего не сделают своим отстрелом. Мы сейчас насквозь, мы через крышу. А, чувак, мы через крышу их можем бахать вообще. Ну что, ТПкси на меня? Возьми себе все-таки битки. Мы здесь все зачистим, всю эту территорию. Здесь раз дом, два дом, три дом, четыре дом. Там дальше еще пять дом. С одной стороны, здесь можно сверху вниз быстро выбахнуть ее. С другой стороны, можно сбоку до центра дойти очень быстро. С третьей стороны, нам нужна здесь хорошая кибитка, чтобы видеть вообще все. Мою кибитку зарейди. Да, ну вышку себе пулеметную строй здесь. Это как? Давай, я построю. Только отстрел умею строить. Иди ты нафиг со своим отстрелом. Я лайфхаки по отстрелу только знаю. Вон, видишь, вон, видишь мое творение, чудо, вон, видишь, видно? Я никому не скажу, что это ты построил. Сколько ты металла взял, 15 тысяч? Да, ты. Что надо, с пулеметом? Пулемет от хейтеров сделаем. Я не знаю, кто здесь живет, может здесь кибератлит какой-то живет. Хотя, судя по их отстрелу, здесь вообще же монстры живут. Тут пиздец, тигры, львы, блядь, живут какие-то. Тут дом изи рейдится, просто вообще. Если нас не будут спину приходить. Что там надо было взять? Бери с это себе, пулемет возьми себе. Я влечу, потом возьму себе болтовки, СМГ и все, можно просто потрейдить. И ракеты возьму. Сишку на нашу дверь же не кину. А ты эти-то взял? Кого? Стенки. Блин, лечи за стенками. Лечу. Сишками рви эти. Че, насквозь в центр дома? Вот отсюда, да? Я думал, ты через крышу хочешь. Там, мне кажется, там двойные потолки МВК, здесь там еще не будет. А, тебе отсюда, смотри, как видно. Максимум, что не, может. Ну... Почему отсюда есть. Просто, понимаешь? Я ближе к воде. Обычно лут с воды. И, если что, мы можем дойти отсюда экономичнее в жопу. Жопа дома. Ну, в жопу дома. Как бы, обычно с задней стороны дома лут, правильно? С воды. Нычка. Тут будет экономичнее, дешевле дойти до туда. Или подожди. Он прям ко мне идет. 5 ракет осталось. Да, я только 15 взял. А, ты бежишь ко мне, да? Да. На крыше 2. Он наверху открыл. Правая сторона. И слева еще, и двое. Ух ты. Парни опасные. По мне. Апельсинка. Я понял, кто это. Он прыгнул, прыгнул справа. Я умер. Ты как? Одного убил. Второй где, на доме или внизу? Второй слева, внизу. Обходит меня. Понял. Понял, да, где он стрелял? Понял. Вижу его. Отбегает дальше. Вижу, за шкафом он. Вижу его. Убил. Найс. Класса? Что дело? Я бахать дальше. Так, давай. Он открыл правую дверь. Вижу, вижу. Он меня ждет. Сейчас, вот сюда. У меня хила нет. 98 дал ему в окне. Открывай дверь левую. Меня убили. 93 дал. Видишь, что надо тебе на пулик садиться. Блин. Плоховато все сделал я. Убил его. Найс. Я бегу, короче, под эту. Где-то вот здесь вот я слышал, либо на втором этаже, либо я не знаю. Нам бы так стоять, что у нас двоих он не убил. Это другой. Надо стрелять от правой, скорее всего, странная будет сверху где-то. Я чекаю. Меня убили в спину. Я на пулю сложусь, у меня там две ракеты было. Тебе надо, короче, стоп, окна стоп, 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 стоп. Он надо мной. Я в какие-то двери попал.
Либо там лутовая, либо я не знаю. У меня позиция, сейчас двух сторон меня могут убить. Сейчас я тебя прикрою, жди. Вижу. Он лоу хп, убил его. Так, я куда-то пробиваюсь, слышу кап, они как-то поставили. А, я шкаф, кажется, сломал сейчас. Он его поставил. Я слышу того. Очень много дверей, либо на крышу переносят. Надо кровати найти. Стой. Для кровати надо найти. И это. Сломать и их убить. Я его не вижу, тут туман. Понял. Там, в общем, я понял. Я, в общем, смотрите, что я сейчас сделал. Они сейчас не могут подняться либо на крышу, либо они сейчас не могут попасть в лутовую. Одно из двух. Я сломал им проход откуда-то, куда-то. А меня стреляют. Я его убил. Калашиста или кого? Калашиста. И бойщичника тоже. Я понял. С одной стороны, мне там сейчас очень плохо бахать, потому что... Прям над нами коптер. На кибит. Один взорвался. Это он горит. Минус 70 ему дал. Ну, на кибитке сидит чувак, я как мне сейчас быть? Надо как-то убивать. На кибитке, да? Да, на кибитке один. Но он либо голый, либо я не знаю, но что-то у него было в руках калаш, что-то такое. Давай я с тобой выйду. Все, вышел. Меня убили. А вниз снизу. Ну, чувак, не, пулемет хорошая идея, но не сейчас. Я им провал на проход. Я его убил. Да? Да. Я побежал туда голос с калашом. Я на улице умер, да? Или внутри. Как ты его убил? Я внутри умер. Он убрал. Меня убили. Пулемет и выхожу. Я одного убил, кажется, я голова не прошла. Они там двое сидят прям внизу. С гранниками совсем. Или да, внутри снизу сидят прям. Они могут вверх подняться, вообще не могут вверх подняться. Так туда надо это, блядь. Ракету, да. Они стенками закрылись. А ничего страшного. У них там граники ракеты. Я понял, я бегу туда с тремя ракетами. Мы окружились. Мы топчемся на одном месте. Надо через крышу бахать их, чувак. Давай через крышу бахнем их. Мы просто топчемся на одном месте. Мы не можем внутрь попасть, мы не можем. Ну, то есть это сложно. Плюс к нам еще приходит. Давай через крышу просто. Возьми лестницу. У меня здесь ракет есть с собой. И возьми 10 ракет тоже. Сейчас спокойненько бахнем. Нам вообще никто мешать не будет. И, ну да, лестницу возьми. Я потерял тот момент, когда мне нужны были ракеты, я просто добахал бы их. Бахнем сюда в центр прям. План Б, так называемый. О, здравствуйте. Можно спрыгнуть вообще их залутать, чувак. Стоп. Ну, отлично. Они здесь могут пролезть, видишь? Тот бежит, голый. Кажется. Лутается их. Лутает их голый. Все. Идешь ко мне? Сейчас. Где? Вот здесь они в центре куда-то встали, вот там. Вот так, я думал, бахать сейчас. По дверям? Да, ну не по дверям, а стенку чуть-чуть вот так. По подъемам, мы все на крышу ломаем. И вправо пойдем. Ракетами. Он с ракетами бежит. Он за шкафом бежит, кибит в сторону нашей кибитки с ракетами. Ты сейчас можешь его с пулемета легко и здесь брить, он с твоей стороны. 92 дал ему. Подожди, я убил. 92 у него. С твоей стороны убил его. Кто-то подо мной еще бегал. То есть до этого они сидели внизу, сейчас они вообще зашкирились. Но дырок я не вижу. Просто они очень странно сидят. Знаешь, как будто как просто мыши просто. И все. Прикрой меня. Чувак, они убежали с рейсами. В смысле? В прямом. Я нашел дырку, куда они ремонтили.
Я слышу, кто-то по воде тогда топал. Слышу, что они уплыли. Но прям по воде никто кто-то не слышал. Возможно, они куда-то убежали именно. Вот с этой стороны чекни. Вот с этой, с моей. Где? Чекни. Вот. Нет, еще ближе, значит. Еще вот здесь, да. Да, 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 да. Тут ящики стоят. Да, они с ресами убежали. Тут монеты еще остались. С ресами они убежали. А куда они могли убежать? Я не... Тут есть... монеты, калаши остались. Вплавь. Ну, вплавь. Я бы услышал, что если они плавают. Я знаю, что мы рядом с тобой, если я слышал, что они там двери. А, тут нормально, слышу, что-то есть. Забери тут калаши, чё. Калаши, наверное, забери, я не знаю. Да сейчас все заберем, что кому-то давать. Пойдем, я отплываю. Но второго нет тиммейта, заметил? Второго нету. Ну я тебе, да, второго нету. Ты именно, второй, я тебе... скорее всего, он просто обижал, пошел кибитку строить. Возможно, что он обижал. Да. Вот максимум, что он обижал. В воду он не поплыл. Хотя с такими звуками, багами, я не уверен. Сейчас не мне слышно, кажется, как... Нет, он убежал, он уплыл, он уплыл. Вот сейчас мы туда побежим, на тот берег. И там будет... Когда мы начали строить кибитку, она там стояла. А он соломенный... Он не мог убежать. Прорак, он вот сюда не мог убежать, потому что вот этот долбоёб тут бегает. Чувак, а да, этот долбоёб по ним не стрелял. А что если они унесли ресу этому долбоёбу? Не знаю, возможно. Пошли въебём его тоже, он все равно долбоёб. Ты бы видел, что мне вылазь стал, он пишет 20 ракет, и я больше не приду. Давай ему устроим 20 ракет. Сейчас ему, блядь, устроим. Она была тут, и я её видел, как мы начали строить. Давай две сиськи кину, и вон железная кибитка. Что-то из них, я тебе говорю, что-то из них. Вот железную, давай железную, наверное. Не, давай и ту, я бахаю. Я меня сиськи. Понял. Тут как раз таки соло замок, слышишь? Внутри топает. Готов? Он открыл, он ракетой дал. Это он, слышишь? Внутри. Я ему хочу отдал, ты живой? Да, я взорвал. Смотри, аккуратно, он ракеты даст. Он там? Там еще одна дверь. Могу суициднуться об него. Погоди. Давай. Не, подожди, не сможет. Он скидывает все. Это крайм. Тут так не стой, он тебя убьет так же, как и меня. Тайди-ка. Я убил его и сам выжил. Я тут. Выжил? Да. В нем. Это бросился на хилке, можешь встать? Что, это не он? Не-не, это этот дал, ну который приходил. Вообще гениально было на его месте поступить, нырнуть в воду, пофкашить там, и потом хомнуться на какой-нибудь хом. Не, он да, он такого не додумает. Я слышал, тебе там они застраиваются здесь, я понял. Что они делают? А, заебись, сервер завоевал. Вообще, надо три двери здесь бахнуть. Он по звуку вышел, сам себя убил. Кибитка у нас. Выхожу. Минус 60 дал. Под кибиткой. Там еще один, еще один у меня здесь. Я РБ поставил, так что хорошо. Одного я убил. Убил одного, который убегал. И да, и где-то перед входом. Сейчас я здесь уже. Или это ты топнул? Сейчас я топаю. Я никого не вижу. По мне стреляют. Убил. Подозлутаю его. Их надо кибитку въеб... Да, слева. Тебе... Стенку поставил на себя, лутает тебя. Вот передо мной стенка, на... да, это он? На 280, да-да-да, слева. Слева, понял. Это бомж, он за стенку. За стенку, понял. Окружился дальше. Я залутаю сейчас этого. Так, ну там... Ай, понял. Пикни, пикни, пикни меня. Он убегает. Минус 50. Дал ему тычку. Дальнего убил, этого не знаю. Сервак залагал, я застрял в текстурах. Я не знаю, второго убил, нет? А, понял. Лучше туда не смотреть, комбат лок. Слева, да, вот это железное? Нет, справа. Одного положил. Краем.
А, понял. Я пролагал, меня убили. Нашел. Перезаряжаюсь. Давай, да. Все перезаряжай. Бегу. Ну я по тебе попадаю. Не знаю, то я раз. Все. Нет тут ничего. Взорви им кровать. Я это хочу сделать. Пойдем внутрь дома. Ой, я бы много. А где ты? Все, бахнул тобой. Ты с задней стороны? Не-не, я уже внутри. Возьми лестницу, если можешь. Я взял, взял, я с лестницы. Где ты? С какой ты стороны? Скажи, с какой ты стороны? А я как мы обычно бахали, вот, ну, как дырку. Не то, выключил. Давай, ставь лестницу. Надо на темке виски битку сейчас, прям сейчас. Верстак сломаю. Вот эту дверь еще куда-то ведет, интересно, не открывали ее постоянно. А вот они оттуда перенесли, да? Да, в том-то и дело. Куда они могли его перенести? Вот в том-то и дело. Надо на тот остров сейчас перебежать. Там, по сути, что там было, калаши, нам калаши не нужны, но сам факт того, что им не достались. У нас рейсов достаточно, мы сейчас можем их спокойно похейтить, прям вообще жестко найти сейчас все их кибитки. Надо что-то, я не знаю, это на фюрике? Это на фюрике только с рейдблоком какая. Не с рейдблоком, а со звуками какая проблема. Не слышно, когда лезть ставит. Не слышно, когда что-то ставит, бегут и так далее. Но это же вообще трэш. Когда рему будет не слышно, но это что такое вообще? Краем. Нашел. Домова? Да. Ну, я не знаю, наш домова нет, но сюда почему-то он сюда опять прилетел. Куда именно? Еще один у меня здесь. Мне нужна ракета, короче. Есть базука вторая? Что такое? Не. Давай по дверям туда в центр. Мали, мы так купились. Ну это не он, но не знаю. Это окуп. Да это окуп, но нам тот дом надо, чтобы те парни больше не играли. Но они сейчас где-то пвпшатся с энями. Как оказалось в итоге, ребята уплыли на другой берег и тпкнулись на первоначальную кибитку. Спустя час их зарядили и забрали все ресурсы.